хлоп, начинаю с пустых баночек. У нас закончился июнь месяц, поэтому буду снимать пустые баночки так в быстром темпе, потому что у нас уже 12 час, и мы сейчас с Маркушкой собираемся, вернее, уже собрались, будем выходить на озеро, на пляж. Так что давайте быстро будем приступать. Первое, что у нас закончилось? Закончилось гель для подмывания младенцев, фирма «Моя солнышко». Нам очень нравится, нет аллергии, ничего, мы его постоянно покупаем, нам очень нравится. Это у нас с ароматом календулы. В общем, классное средство мамочкам на заметку. Следующее средство у нас для мытья посуды. Тоже часто очень покупаем. Это Aqua Baby. Средство для мытья бутылочек, сосок и детской посуды. С первых дней жизни. На заднем плане у меня шумит Маркушка. Вот пришел мне помогать. В общем. Следующая у меня баночка пустая. Это бальзам-маска. Покупала я ее в фикс-прайсе, стоила она недорого. Это укрепляющий от корней до кончиков волос, 2 в 1. Ну, что могу сказать, что на маску это никак не тянет, она жидкая, такой виноградная здесь. В составе виноград есть, виноградный такой запах, на любителя, мне не очень понравилось. Больше это как бальзам, поэтому не вижу смысла покупать. Потому что как маска это не действует, больше как бальзам, который у меня есть вместе с серией шампуней. В общем, так, на один раз. Так, следующее, что у меня здесь лежит под рукой. Закончились у меня крема, вот такая серия у меня была. Это от Комплимент. Это крема идет крем-флюид. Гиалуроновая кислота, заполняющая морщины. Дневной крем и ночной крем. И вот такой вот маленький тюбик. Это гель-филлер для контура глаз. Глубокое действие против усталости темных кругов. Ну, хорошо увлажняет, хорошо питает кожу. Ну, мне кажется, не более. Наконец-то они у меня закончились. Честно сказать, они мне надоели. Объем здесь 50 миллилитров, а для глаз здесь объем 25 миллилитров. И очень неудобная упаковка. Они вот пол уже пустые были, и они постоянно у меня падали. Поэтому больше в таких упаковках, наверное, я крема не буду брать. Лучше купить в баночке, он и красивее смотрится, чем вот такие вот. Ну, как бы тоже, знаете, на один раз меня сильно они не впечатлили. Следующее у меня... Снова от фирмы Комплимент закончились две вот такие вот маски. Вернее, даже здесь, так, как называется, молочный пилинг. Профессиональный молочный пилинг для лица, для сухой и увядающей кожи. Глубокое увлажнение, улучшает цвет лица, устраняет признаки старения и стресса. И вот такая вот у меня еще была маска-пленка против раздраженных прыщей и черных точек. Маска ужасная, она вообще не снимается. Больше ее брать не буду, ну, сразу видно цена-качество. Эти маски стоят по 30 рублей. Пилинг тоже, знаете, на любителя. Первый раз у меня пилинг, поэтому как-то он не произвел на меня какого-то большого впечатление. Немного щипит кожу, но написано, что это нормально. Такой запах тоже не очень, тоже на любителя. В общем, больше брать не буду, мне не понравилось. Дальше у меня вот такая вот идет упаковочка. Это золотые патчи гидрогелевые для глаз. Мне они очень понравились, стоили они вообще бюджетно, 20 рублей. Повторю эту покупку еще раз. Хорошо увлажняют кожу под глазками, питают. В общем, мне понравилось. Повторю эту покупку еще раз. Кстати, обрезала, что это была за фирма. Я ее вот не помню. Ну, ладно. Так, буду идти по порядку. Закончился у нас вот такой вот порошок. Это у нас был Тайт 3-килограммовый. Порошок есть порошок. Я в порошках сильно не заморачиваюсь.
Порошок, он и в Африке порошок, я считаю, все они с одной упаковки, вернее, с одной бочки расфасованы по-разному, поэтому, ну, стирает хороший запах, отстирывает, в принципе, вещи у нас не загрязненные, пару раз одели, все, и в стирку, поэтому покупаю каждый раз разные, которые есть по скидкам. Так, дальше у нас закончился Маркушенька, зайчоночек, не трожь, пожалуйста. На, вот тебе бутылочку, держи. Закончился у нас вот такой освежитель Glade. Это вулканическое озеро, ноты кокоса, морских минералов и кипариса. Запах сладковатый, я люблю сладкий запах и аромат кокоса. Мне он как бы понравился поначалу, но потом под конец он немного мне, знаете, поднадоел. И вот заходишь в туалетную комнату, так скажем, и уже как-то приелся этот запах, даже как-то неприятно, приторно было. Поэтому мы часто пользуемся, половину использовали, достаем другой. И вот так пользуемся, чтобы не надоедало. А так очень классный запах, кто любит сладкие ароматы, советую. Так, дальше у нас вот такая вот маска. От Skin Light, по-моему, она идет. Это черная пузырьковая маска, древесный уголь. Такая, знаете, нашумевшая маска. Мне она, честно сказать, понравилась. Классный такой эффект. Черная тканевая маска. Очень много продукта. Извиняюсь, Маркушка мне мешает, но по-другому я сегодня никак не сниму. Поэтому будем с шумным мальчишкой снимать пустые баночки. В общем, классная маска, в ней много продукта. Черная тканевая такая, хорошо прям пропитана, такой приятный запах. У них еще есть немного другая, не древесный уголь, а как-то по-другому называется. В общем, наносишь эту черную маску, ходишь определенное время, сколько здесь написано, и на ней начинает появляться пена эта. Очень классная прям. Ты ходишь, и у тебя все лицо прям пенное-пенное. Потом ее снимаешь, и вот эту вот пену хорошо втираешь. Вроде бы здесь так было написано, да. Сделайте массаж оставшейся пены, после чего умойтесь теплой водой. В общем, классная, мне понравилась. Возможно, еще куплю. Закончилась вот такая вот вторая наша пена, в предыдущих баночках показывала. Это очень классная пена, Dolce Vita. Это у нас аромат был ванильный чизкейк. Девчонки, где увидите, она вообще бюджетная, до 100 рублей стоит целый литр здесь, 780 миллилитров в ней. Она настолько классно пенится, вообще суперская пена, ее совсем немножко надо. У меня много было разных пен, но это мой фаворит. И больше я, кстати, не видела, но нужно посмотреть на полочках и в магазинах и купить еще. Очень классно, она прям очень сильно пенится. Один раз я переборщила с этой пеной, у меня просто там пол ванны было в этой пене. Очень классно, в общем, советую. Так, закончились у меня вот такие вот шампунечки. Вернее, шампунь и бальзам от Natura Sibirica. Давайте начнем с шампуня. Это шампунь на молоке тувинского яка и натуральным монгольским медом для сухих волос. Питательный шампунь вот такой вот. Это, видимо, у них новая серия. Бальзама тогда не было, когда я покупала, поэтому бальзам я брала с другой серии. Мне очень понравился шампунь. Он хорошо питает волосы. Волосы хорошо расчесываются, что для меня очень важно, потому что у меня очень длинные и густые волосы, поэтому мне тяжело их расчесывать, и они не были у меня как солома. Использовала я вот так в комплектике и использовала тоже разные вот такие вот масочки. Мне очень понравилось, возможно, в дальнейшем я еще куплю такой шампунь. Очень советую, мне понравилось. И очень приятный аромат такой, прям молочный. А это у нас бальзам для всех типов волос, кедровый стланник и медуница. Объем и уход.
Хороший бальзам, мне очень понравился, тоже хорошо питает волосы, волосы прям такие шелковистые, хорошо расчесываются. Мне очень понравилось. Последнее время я полюбила вот фирму Natura Siberica и, как бы можно сказать, мой фаворит на данный момент. Так что советую вам попробовать. Так, дальше у нас, что у нас? Бутылочка Ленора, двухлитровая, аромат был миндальное масло, ну, вроде как ребенок нарисован, наверное, детский, не знаю. Очень классный аромат, мне так понравилось, прям, ну, настолько нежный, нужно будет купить еще, мне очень понравился запах. Ленор сейчас, кстати, наверное, у меня в фаворитах, хотя раньше я пользовалась только Вернелем. Сейчас Ленор мне очень нравится, очень классный. Далее у нас закончилось вот такое бархатное мыло, бархатные ручки. Это крем-мыло, питательный интенсивный уход, миндальное масло. Очень классный, классное мыло было, но приятный аромат, хорошо питает руки, увлажняет хорошо. Но, знаете, мы такие мыла не покупаем. Мы пользуемся кусковым, либо покупаем большую бутылку, это экономней. Это у нас быстро вообще закончилось, потому что часто как-то моем руки, оно быстро у нас закончилось. И мне оно шло в подарок вместе с кремом, который я покупала. В общем, оно мне пошло в подарок, это мыло, поэтому я его не покупала, но как подарок было очень приятно. Как бы классное мыло, кто покупает вот такие вот малютки, то советую, а так мы не покупаем, поэтому, ну, классное, но больше мы такое брать не будем. Так, что у нас здесь закончилось? Закончился у меня, наверное, мой фаворит из дезодорантов, шарик, такой вот. Покупали, да, бутылочки? Невидимая защита для черного и белого. Постоянно покупаю Нивея. Мне их хватает надолго. У них классные ароматы. Но в основном я беру для черного и белого. И забыла. В общем, ладно, неважно. Короче, беру постоянно. Я вот Нивея, мне они нравятся. Не оставляют следов. Маркушка у меня все со стола сбрасывает. Помощник. Ну, никак по-другому, извините, шумно будет. В общем, классный дезодорант, советую. Муж у меня тоже пользуется Нивея. Так, первый пакетик у меня закончился. Давайте начнем со второго. Всегда покупаю для посуды средства АОС. В прошлый раз мы были в Фикспрайсе, мы его покупаем. АОС там по 99 рублей. А в тот раз не было АОС, а у нас закончилось средство для мытья посуды, и я купила вот такой вот Биолан фитозащита бальзам облепиха. Девочки, такая ерунда просто вообще. Бутылка закончилась на раз-два. Оно плоховато как-то пенится, я еще любитель мыть посуду под струей воды, чтобы это все смывалось. В общем, пока я помою посуду, я, наверное, раз пять намыливала мочалочку, губку вернее, этим средством. Больше его брать не буду, мне оно не понравилось. Жидкое, в общем, заканчивается быстро. В общем, ерунда полная. Так, еще у нас один Глейд вот такой вот, освежитель воздуха, пион и сочные ягоды. Та же ситуация, как и с этим, очень классный аромат. Мне понравился он поначалу, а потом уже под конец начал надоедать. Поэтому мы чередовали, и вот они у нас оба закончились. Глейд это, наверное, самый-самый классный освежитель, мне он нравится. Эрвик когда-то брали, я на него просто чихала постоянно. Какой-то, не знаю, ядреный освежитель мне не понравился. А вот Глейд очень классно, хорошо маскирует вот неприятные запахи. В общем, классная вещь. У кого особенно животные, рекомендую. У нас кот, поэтому спасает. Так, дальше у меня закончились вот такие вот эконом салфетки влажные для всей семьи. Не содержит спирта. А здесь у нас было 70 штук. Стоят они что-то около 20 рублей в Галамарте.
Я их покупаю, чтобы вытирать пыль, уборку, там где-то что-то разлили, вытирать. Ну, в общем, для уборки я их покупаю, мне они очень нравятся. Либо беру еще фикс прайсе. Вот в фикс прайсе, мне кажется, лучше салфетки. Там их 120 штук, и там пластиковый вот этот вот клапан, крышечка. Ну, тоже неплохие. В прошлый раз просто забыла купить в фикс-прайсе, поэтому набрала салфеток в Галамарте. Дешевые, почему бы и нет. Вытер пыль и выбросил, и забыл. Дальше у нас идет вот такой вот пакетик от бумажных полотенец. Это папи. Мы их здесь, они идут трехслойные, и в упаковке идет 4 рулончика. Девчонки, покупала их в фикс-прайсе, стоили они 99 рублей, это вообще дешево для папи, это очень дешево. И знаете, какая фишка? Раньше мы покупали постоянно полотенца Зева, они идут большие, а в этих фишка в том, что они, здесь уже, конечно, закончился. Здесь фишка в том, вот Зева идут вот такого размера одна салфетка. А здесь фишка в том, что вот эта вот салфетка разрывается на две салфетки, что очень удобно. Я часто вытираю маркушки ротик, когда кушаю. И вот взял одну салфетку, вытер, все, она уже вся испачкалась, приходится выбрасывать. А здесь удобно. Оторвал маленький кусочек, использовал, выкинул, взял чистый. В общем, классные салфетки, рекомендую всем на заметку. И цена вообще бюджетная, 99 рублей. Просто супер. Так, дальше у нас осталось здесь немного баночек. Это чистин, покупала в фикс-прайсе, стоит бюджетно. Универсальное средство чистящее, аромат сирени, да, оно пахнет так сиренькой. Хорошо чистит, но мне как-то больше, наверное, до души Пемолюкс. Мне кажется, он лучше очищает. Но тоже неплохое средство. Иногда его покупаю. В фикс-прайсе он стоит бюджетно. Нет, это нельзя. Это уже грязная маркетинга. На, держи. В прошлый раз говорила, не буду покупать белизну в фикс-прайсе, потому что она какая-то не очень такая хорошая. В общем, наверное, все-таки я больше не буду брать. Постараюсь купить где-то в другом месте. Смотри, баночка какая. Мама ее мыла. Держи. Смотри, баночка. Давай вот так положим туда. Кремушек. И запрячем. Ку-ку. Кремушек. Ку-ку. Да? Так. Белизна есть белизна. Я ее использую везде, где можно. Где-то там тряпочку отбелить, помыть ванную тоже можно, если что-то закончилось, то можно налить, по ванной разбрызгать и пемолюксом засыпаю, оно хорошо работает. В унитаз налить, освежить, в общем, белизна из белизна, думаю, все пользуются, все знают, что это такое. Не ругайся, пожалуйста, ну не ругайся, сейчас уже мы с тобой пойдем на пляж. Дальше у меня закончилось вот такое вот средство для интимной гигиены от Маграф. Нет, 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 нельзя. Хлопок и масло ромашки. Часто его покупаю. Хорошее средство, нет на него аллергии. В фикс-прайсе раньше покупала его больше 100 рублей. И оно идет с помпочкой. А потом я увидела, что в фикс-прайсе есть... получается, с вот такой вот крышкой, получается, старую помпочку можно открутить, вставить, а крышку выбросить. В общем, получается, сменный блок для помпочки. И оно стоит там 55 рублей, вообще дешево, поэтому постоянно, кстати, его беру, мне оно очень нравится. Все, здесь у нас уже пусто, и оставила вот такой вот пакетик, пустые баночки, показать вам мамочкам на заметку. Это подгузники Baby Bo. У нас размер Junior, 11-25 килограмм. Девчонки, очень классные подгузники. Мне они больше нравятся, чем Huggies, чем памперсы. Ну, Huggies, если там, допустим, Elite Soft, да, мы раньше пользовались ними. Очень классная, но если вот брать бюджетный вариант, так как ребенок растет и
можно, в принципе, уже кожа не такая привередливая, поэтому мы берем вот эти, они стоят в детском мире по 500-600 рублей, там можно на скидку попасть, за 450 их купить. Здесь большая упаковка, и здесь у нас 56 штук. Постоянно-постоянно берем, очень классные, хорошего качества, аллергии у ребенка на них нет, так что советую, бюджетный вариант. Что, все, были вот все наши пустые баночки, будем собираться, у нас уже 12 час, полы помыла, позавтракали, у Маркушки манная кашка была, я выпила кофе с кусочком сыра, на пляж же идем, не надо объедаться, то живот будет торчать. А что мы еще сделали? Собрали уже сумку. В общем, все, мы уже одеты. Сейчас быстро выбегаем. И в первую очередь мы сейчас побегим с Маркушкой по нашей улице. Там девушке нужно купить смесь. Те мамочки, которые получают в больнице смеси, каши, они продают их, если ребенок у них не ест. И вот там продают две большие пачки малютки. Одна пачка 200 рублей. В общем, за 400 рублей я куплю две большие пачки смеси. Сейчас побегу. Нужно до обеда вот забрать. И потом сразу бегим на пляж. Так что вот такие вот дела. Кушать сегодня не буду ничего готовить. Уже завтра буду готовить. Сегодня мы все доедаем. Ладно, все, собираю вот это вот весь мусор. Наконец-то я его выброшу, а то лежит под ногами, телепается. Все, мы побежали и будем загорать. Погода сегодня вообще шикарная, больше 30 градусов, светит солнышко, ясно. В общем, бежим загорать на пляж, Маркушка покупается, потом я его спать уложу и буду сама загорать. На пробежку сегодня не побежала. Плохо вообще спала, Маркушка тоже меня часто сбивал со сна, только заснул, и он меня... Будил постоянно, то к себе переложу, то в кроватку, то к себе, то только засну, то кот что-то там бегает, шумит. В общем, плохо спала сегодня, будильник зазвенел в 7:10. Так, сейчас через 5 минут я встаю, на пробежку бегу. Через 5 минут будильник у меня, в общем, не зазвенел почему-то, и я, короче, спала, и на пробежку не побежала, поэтому, наверное, скорее всего, побегу сегодня вечером. Так, все, мы побежали. Забыла вам показать. Закончились у меня два вот таких вот средства. Первое — это Aqua Baby, жидкое средство для стирки детского белья. Классное средство, мне оно очень понравилось. Мамочкам советую попробовать, очень хорошая фирма. Хорошо очищает, приятный запах одежды. В общем, классное средство. И вот такой обалденный просто Ленор. Золотая орхидея, супер концентрат, очень классный аромат, прям такой нежный, цветочный, белье очень мягкое и хорошо пахнет. В общем, еще две такие бутылочки я теперь выбрасываю. У нас уже пол первого, бегим с Маркушкой уже на пляж, пока дошла до девушки, которая смесь продает. Пол поселка обколесила. Пришлось идти в другой Магнит, зайти деньги разменять. Потом зашла, стучу, а мне не открывают. Я подумала, думаю, странно, только мне вот звонила и морозится, думаю, что не открывает, 16-я квартира вроде бы. Звоню, и она не отвечает. Потом перезванивает, говорит, я вас не вижу. Оказывается, один дом, но он разделен на два дома, получается. 8 и 9, но разделился на два дома. Я зашла в 8-й, а мне надо было в 9-й. Я стояла, стучала. Оно, оказывается, даже с другой стороны вход в их дом. И дома старые. По типу общежития. Боже, там заблудиться можно. В общем, я еле нашла, наверное. Сколько? Минут 15, наверное, потратила времени.
Фу, я прям бегу, честное слово. Хочу, чтобы успеть покупаться хорошо, чтобы Маркушка покупался. Да он уже скоро спать захочет. Поэтому бегим. Как раз сейчас, пока дойдем, уже и час будет. Часик Маркушка покупается, поплескается. И потом его спадки уложу. Зашла в магнит, картошку купила. И яблочко себе одно. В общем, такие вот дела сегодняшнего дня. Сегодня 1 июля. Буду собирать чеки. Будем смотреть, сделаем эксперимент. Посмотрим, сколько мы тратим денег. Но в этом месяце надо немного подвязать поясок. А то мы так с мужем посчитали. У нас, наверное, 1020 уходит только на продукты. Вот. Ну, такое. На продукты, в общем. А то мы, может быть, поедем в отпуск, а денежку надо сэкономить. Так что будем собирать чеки. Кстати, в магните забыла взять чек. Все, ладно, будем идти на пляж. Уже почти подходим к озеру. Людей сегодня просто куча. Машин столько, по нам дорогой стоит. Не все туда заезжают. Прям сейчас, наверное, там свободного места не будет. А чего? Сегодня воскресенье, выходной, все отдыхают. И погода сегодня прям отличная, как раз для пляжа. Позагорать можно, покупаться. Вот, конечно, плохо, что нет ни тротуара, нет ограды. На пляже люди как свиньи. Поразбрасывали все, мусор. Сами же сюда ходят, сами здесь же и мусорят. В общем, вот такие вот дела. Ой, какие-то нас тут атаковали мошки. Маркусенька у меня там сидит. Да, ты сидишь, Маркусенька? Без обуви я не обувала. С собой взяли двое босоножек на всякий случай. Ладненько, все, мы вон сейчас уже до знака доходим и заворачиваем на пляж. Машин прям вообще куча целая, там, наверное, еще больше народу. Пришли на пляж, вот смотрите, вот свинарник какой, но другого места я не нашла. Там дети малые купаются, на машине приехал воду набирать. Там псину привязал, дети маленькие, голенькие купаются. И собака в воде прыгает, ну, короче, люди как свиньи, в общем. Все, мы сейчас с Маркушкой уже идем купаться, да, Марк? Пришли с Маркушкой на другой пляж, на следующий, здесь он островками разделяется. Были вот там. За спиной. Там такая вода грязная, собака купается в этой воде. И мы ушли. И ушли еще почему? Потому что там возле нас пришли, так скажем, люди не в трезвом состоянии, не в приличном виде, прямо возле нас сели, где я разложилась там. Поэтому мы ушли оттуда. Пришли сюда. Они пришли на этот пляж купаться. Маркушка, все, мы вышли погреться, но Маркуша снова хочет уже в водичку яблоко есть. Да, Маркуха? Прям вообще так хорошо, но самой скучно. Сейчас еще чуть-чуть посидим и пойдем снова купаться. Покупаемся. У нас, кстати, 1:30. И позже Маркушу буду укладывать уже спать. У нас уже 5:20. Вода уже какая-то холодная. Маркушка еще разочек искупался, и все. Рано проснулся, потому что шумно на пляже. Люди кричат, людей много кричат. Музыка играет, и он проснулся. Можно, конечно, было еще побыть, но я уже, честно сказать, как-то не то что устала, просто мне скучно одной. Можно было бы еще остаться позагорать. Как раз сейчас
хорошее время, солнышко припекает. В общем, идем с Маркушей домой. У нас уже 5 часов, пришли с Маркушкой домой. Знаете, все-таки на природе у водоема вообще так расслабляет. Хочется сейчас лечь, полежать, будто картошку садил. Устаешь. Ну, вставай, вставай, вставай. Под ноги надо смотреть, Маркуш. Мы с Маркушкой съели по отбивнушке. Там 2 штучки было. И сейчас жарю нам яичницу с помидоркой. Там колбаска еще. В общем, будем сейчас кушать. И будем отдыхать. Кушать сегодня уже ничего не буду готовить. Вообще собиралась бисквит сделать. Но уже завтра займусь готовкой. Уже сегодня не буду. Завтра надо встать на пробежку. А потом позавтракаем. И надо сразу же готовить кушать. И первое, и второе. И завтра сделаю уже бисквит. Завтра готовкой займусь. Будем с вами готовить. А сегодня... помешать. А сегодня уже будем с Маркушей отдыхать. Мне там на балконе нужно убрать полотенчики постиранные. Вчера стирала. А, в общем, вот так вот. На людей куча целая. Прям вообще. Маркуша мало поспал, потому что шумно было. Ну, зато раньше вечером уснёт. Я прям загорела, у меня уже следы от купальника остались. Смотрите, как. Плечи так вообще уже даже, по-моему, пережарились. Загорела, надо вперед, чтобы загорел сильнее. То вперед слабо загорел. Ой. В общем, с сегодняшнего дня буду записывать, собирать чеки, все, что мы... купили. Вот сегодня я потратила 400 рублей смеси и 125 рублей у меня вышла картошка и большое яблоко взяла на пляже, скушала. Ну и, в общем, вот так. Будем экономить, потому что что-то деньги как вода, но нужно немного подзавязать ремешок, подтянуть. Деньги как вода. Так примерно прикинули 20 тысяч. Это вообще. Ну, в общем, попробуем сделать такой эксперимент. И немного надо сэкономить. Уже 6 час. Пока сейчас покушаем. Пока туда-сюда, уже и вечер. Как бы побудем дома. На улице жарко, солнце светит до сих пор. Можно было бы, конечно, на пляже побыть еще, но мне как-то скучно, блин, самой. Муж на работе, соседка тоже на работе, я уже какой раз ее зову, пойдем. У нее 3 детей. Поэтому я скучаю одна там. Все-таки вот так ходить, как сейчас, я вот хожу 2-й день, вместе с Маркушкой, а потом его спать ложу. Он мало спит, и я не успеваю даже позагорать. Он час буквально, наверное, поспал и проснулся, потому что все кричат, шум, ногами. Так, куда полез, Маркушенька? Иди сюда. На балкон пошел, порядок мне надо. Ладно, будем мы кушать. Всем приятного аппетита. И вот у нас что получается. Яишенка, и там немножко колбаски поджарим. По отбивной съели, большие такие отбивнушки были. Поэтому я уже что-то так поднаелась. Хотя голодная была, потому что съела утром только кусочек сыра небольшой такой, колбасный. Кофе выпила. И все. И в обед яблоко съела на пляже. На улице прям вообще так хорошо, красиво. Ладненько, будем мы кушать.
У нас уже 7 часов вечера. Я переделала все дела. Ой, что-то я так подустала. Вот только-только сажусь. Маркушка бегает, играет. Я постирала, вернее, стирается стирка с пляжа, там полотенце, и разобрала коляску, потому что грязная уже, нужно постирать. Рюкзачок тоже кинула стирать. В общем, осталось мне стирку развесить, а так уже я все сделала. Буду сейчас отдыхать. Уже ничего такого у нас интересного не будет. Да, в принципе, вообще у нас день такой не сильно продуктивный был, чем мы отдыхали, да на пляже были. Завтра будем готовить с вами кушать, поэтому завтра будет влог поинтересней. На завтра вообще обещали дождь, так что посмотрим, что будет. Я еще подумаю, посмотрю, во сколько муж сегодня придет. Возможно, еще побегу на пробежку, потому что утром не бегала. Хочу пробежаться. Ладно, буду на сегодня с вами прощаться. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем пока. До новых видео.